Всем привет! С вами я, Алена. Сегодня я хочу поделиться с вами своими покупками из магазина Fix Price. Первое, что я вам покажу, вот такая большая досточка зеленого цвета. Взяла ее специально для разделки сырого мяса. Я думаю, что в любом доме должна быть отдельная доска для сырого мяса, в идеале еще и для рыбы. Ну, у меня одна доска и для мяса, и для рыбы. Вот такая большая Архимед, доска разделочная, размер ее 38 на 28 сантиметров. Подходит для мытья в посудомоечной машине, пластик пищевой, есть об этом значок, все замечательно. Желобок для сбора сока и такой вот крючочек можно подвесить. Доска тяжеленькая, достаточно толстенькая, все замечательно. И еще были цвета, по-моему, был такой нежно-розовый и точно был фиолетовый. Так, по ценнику, давайте я попробую найти чек, что-то как-то не могу. Итак, доска стоила 249 рублей. Следующее, что я вам покажу, это миска. Большая, классная миска, также производитель Архимед. Толстый, прочный пластик. Конечно, на своей кухне сейчас я стараюсь отойти от зеленого цвета и брать больше такой спокойный бежевый оттенок, но зеленый все-таки еще присутствует на моей кухне, и вот такая вот мисочка там будет смотреться очень даже хорошо. Объем миски 4 литра 700 миллилитров, пластик пищевой, также, по-моему, можно мыть посудомоечной машине. Да, посудомоечная машина нарисована. По поводу микроволновки ничего не указано, но я думаю, такая мисочка не в любую микроволновку влезет по высоте. Да и ни к чему. К этой мисочке шла в комплекте вот такая крышка. Тоже есть здесь такое отверстие, можно крышечку подвесить. Здесь пластик уже мягенький, одевается все плотно, а сама миска, пластик здесь такой прям практически не сгибается. Давайте одену, покажу вам. Конечно, чтобы одеть, надо немножко приложить усилия по всему диаметру, прокрутить. Ну, достаточно плотно, все хорошо. Вот такая вот классная миска. Очень она мне понравилась, поэтому с удовольствием ее взяла. Стоимость такой миски всего лишь 149 рублей. Они также были в разных цветах. Еще был точно голубой и, по-моему, розовый. Да, розовый. Следующее, что покажу, давайте немножко сразу продуктов. Все, что у меня есть, это попкорн. Вот такой вот сладкий, двойная карамель. Была с дочкой. Поэтому пришлось взять. Она мне очень любит. 250 грамм такого попкорна стоит, даже смешно сказать, 55 рублей. Вы представляете, не 59, не 79, а 55. Я уже о такой цене забыла. Ну, вот она еще есть в Фикспрайсе. И соки Сады Придонья я взяла. Яблоко-вишня, 100% сок без добавления сахара. Да, конечно, обновленная упаковка. Кого-то это напрягает, мне все равно. Мне главное, чтобы содержание было хорошее. А оно пока хорошее. Пока вроде ничего не испортили. Объем 1 литр. Яблоко, вишня и яблоко прямого отжима. Это, видать, еще какие-то старые запасы. Здесь еще упаковочка не обновлена. Вот так вот. Далее, что я вам покажу. Пироженки, опять же, с дочкой были, она их очень любит. Взяла она себе вот такие вот мини-бисквиты с какао, с нежной кокосовой начинкой и с начинкой карамельной и щепоткой соли. В каждой упаковочке по 2 бисквита с начинкой, они очень вкусные. Кто еще не брал, берите, пробуйте. А изготовитель ООО «Ферретти Рус». Это Россия, Свердловская область. Без ГМО и пальмового масла. Это тоже большой плюс. А масса здесь, этих пироженок, 60 грамм. И стоили такие пироженки по 33 рубля. Да, кто-то мне как-то писал, что они у них пропали из продажи. Не знаю, у нас продаются, все нормально. Все пока что есть. Дальше взяла себе пакеты с застежками. От Bonhomme 25 пакетиков, всего лишь 79 рублей, подходит для замораживания и для хранения. Размер пакета 18 на 16 сантиметров. Зип-замок, многоразовые. Давайте открывать, смотреть. Пакетики небольшие, ягодки можно
замораживать на зиму. Здесь можно даже подписывать на окошке. Объем пакета 1 литр даже вот так. Я думаю, в таких пакетах будет очень удобно делать морковку порционно. Я обычно натираю и замораживаю. И то есть, чтобы мне сварить суп, мне надо просто достать один пакетик и все. И кинуть эту морковку на сковородку, зажаривать. Не надо стоять ее чистить каждый раз для каждого супа. А такое вот легкое ускорение процесса. И самое главное, что здесь вот такая вот застежка. То есть не надо стоять вот все по всему периметру, там что-то пытаться застегнуть, как обычные пакеты, например, из той же Икеи. А здесь все гораздо проще. У меня, кстати, есть пакеты из Икеи и пакеты от Frackenbox с такой же застежкой. Я вам скажу, что пакеты от Frackenbox я люблю гораздо больше, чем икеевские. Да, они немножечко не такие плотные, эти пакетики, но в целом хорошие. И жалко, что цвет нельзя выбрать, только красный, но ладно, ничего страшного. Дальше, что я вам покажу. Для сынульки взяла топульки. Топульки для сынульки. Вот такие вот а-ля кроксы. И топульки эти стоили 249 рублей. Разные были размеры, формы. Можно было подобрать для девочки, для мальчика. Цвета тоже разные. Я взяла размер 29-30, чтобы он бегал у меня по участку в таких топульках. Очень удобные, хорошие, легкие. Уже не первый год берем. Не вижу смысла переплачивать. У нас были кроксы. Вот прям реальные кроксы, да, которые стоили на тот момент 1500. Я разницы не вижу абсолютно. Дальше. На пробу я взяла средство от фитокосметик. Вообще фитокосметик я люблю. Не все, конечно, товары мне подошли. Я тут как-то нашла в магазине у дома масло для рук. Ну, такой типа крем для рук, но только называется масло для рук. Это тоже фитокосметик. И краску брала. Ну, краску еще не тестировала, лежит пока. Может быть, покрашусь. В общем, не все товары подходят мне, не все нравятся, но в целом фитокосметик я люблю. Поэтому взяла я вот такое вот средство. Это натуральный активный жироудалитель. Жидкая сода с лимонным соком и яблочной кислотой. Подходит для духовок, микроволновок, плиты и посуды. Объем 600 мл. Стоил 149 рублей. Запах. Ну, ни лимона, ни яблока я тут не чувствую. Но в целом запах приятный. То есть не химозный. Что-то такое действительно фруктовое немного. Нужно распылять как спреем, так и струей. То есть тоже два варианта. И это тоже плюс. Так, еще я вам покажу то, что я прям очень-очень-очень хотела. Очень-очень-очень. И боялась, что не успею купить. Нет, я вам это не покажу. Я ставлю это на сладенькое. А покажу вам дезодорант. Дочка себе выбрала вот такой вот с арбузиком. Чувствуй свежесть, будь неотразимой. 48 часов. Дезодорант, антиперспирант. Частенько приходится покупать ей дезодоранты. Не хочет она пока минералом пользоваться. Я беру себе минерал за 200 рублей раз в полгода, и мне вполне нормально. Вот так вот. Ну, давайте на запах попробуем. Да уже в крышечке арбузиком вкусно пахнет, да. Даже не вижу смысла распылять. Арбузиком пахнет. Приятно. Стоил 199 рублей. И еще она все-таки 14 лет, еще девчонка. Ей еще это все охота. Вот такие заколочки она себе взяла. С разноцветными прядями. Здесь мороженка и пончик. Такие заколочки стоили 79 рублей. Комплект из двух штучек. Заколки обычные, клик-клак. Все хорошо закрывается. Ну, пускай балуются, господи. Чем бы дитя не тешилось. А вот теперь я вам покажу то, зачем я прям вот гонялась. Очень хотела. Это щеточки для мытья чашек. Натуральные. Здесь натуральное дерево, и щетина — это кокосовое волокно. Взяла аж целых две штучки, 149 рублей, потому что на Валберес самую дешевую я видела такую щеточку в районе 200 рублей. Взяла себе уже из этой серии две маленькие щеточки, тоже за 149 рублей. Вот теперь две большие. Надеюсь, теперь их мне надолго хватит.
Очень красивая, щетина жесткая, стильные, в общем, замечательные щеточки. Все супер. Так, ну вот они мои покупочки из магазина Fix Price. Я надеюсь, это видео для вас было полезным и интересным. Очень рада, что мы уже снова с вами. Скучала, честно признаюсь, скучала. Хотела сходить там магнит снять, но была хорошая погода, и аквапарк, и море, и некогда было. Да, за целый день ходили, будь здоров, я там по 20 тысяч шагов нашагивала. Все, все. Вот такой вот у меня был активный отдых. Теперь я с вами. Говорю вам всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить мне лайки. Вам не сложно, мне приятно. Берегите себя и своих близких. И всем пока-пока.